Авария произошла ранним утром. Оба автомобиля двигались в одном направлении по улице Восстания в сторону Декабристов. В какой-то момент водитель «Шевроле» притормозил перед пешеходным переходом. Водитель «Лады» сделать то же самое не успел. Это, то есть, не соблюдение дистанции? Да. Вы пешеходов пропускали? Да. А там за рулем девушка, нет? Нет, молодой человек. А он не объяснил, почему он вас не заметил? Я много не разговариваю. Тормозной путь стал больше. То есть вы видели машину, просто не успели тормозить? Здесь просто еще девятка выехал. Я ехал по этому ряду, по левому краю. По словам водителя «Лады», ему на какие-то пару секунд перекрыла видимость поворачивающая легковушка. Вот он и не смог остановиться вовремя. Правда, несмотря на все обстоятельства, молодой человек, управлявший «Калиной», свою вину признал полностью.